«Десант» — это уже ставшая всероссийской ежегодная акция. Она направлена на то, чтобы отряды снежного десанта, студенты, ездили по различным удаленным районам нашей области и помогали бабушкам-ветеранам, проводили работу с детьми, со школьниками всех возрастов. Я еду в десант первый раз. Отзывов слышал очень много хороших. Очень вдохновилась открытием. С каждым годом ждешь постоянно новых и новых эмоций. Уже хочу побыстрее уехать, буквально через 30 минут у нас уже первый автобус, мы едем в первый населенный пункт. И надеюсь, что я также буду вспоминать об этой акции с горящими глазами, как и все сейчас здесь присутствующие ветераны. Мой отряд, мне уже все очень близкие мне люди, и я очень хочу провести с ними эти 10 дней. И охота всегда помогать людям. Успехов вам, дерзайте! Не останавливайтесь на достигнутом. И ни пуха, ни пера.